Пусть всегда будет солнце, детям Донбасса, миру мир. Так подписывают свои рисунки ученики 4 класса. Сегодня они рисуют родную планету, белых голубей, мирные пейзажи. Хотят подарить свои работы детям, приехавшим в Подмосковье из Донбасса. А в аудитории по соседству ученики собирают гуманитарную помощь для беженцев. Мы с мамой решили помочь и собрали мои игрушки, чтобы вот передать им, чтобы поднять их настроение, чтобы они хоть чуть-чуть отвлеклись и забыли об этой ужасной истории. Активно в сборе нужных для беженцев продуктов питания, средств первой помощи и личной гигиены, книг и игрушек принимают участие не только дети, но и родители. Мы проводим очень большую работу среди детей, объясняя, зачем это нужно. И в дальнейшем мы тоже планируем участвовать в таких акциях. Это уже не первая благотворительная акция в школе, но результаты пока не подведены. Это не разовая акция, это происходит постоянно, поэтому буквально 2 недели назад было вывезено 4 больших машины в пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев. Необходимую беженцам помощь в школе продолжат собирать и дальше. Никто, признается директор, не остается равнодушным. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».